потом выяснишь, что человек как раз слабоумие начинает страдать. Нет, а зачем нам это надо? Нам это не надо. Так, значит что? Значит, понятно, да? Значит, понятно, да? Здесь берем, да? Ставим. Так, значит, сосцевидные, понятно, да? Нашли сосцевидный. Вниз прокатились, вот видим, да? Находим край. Понятно, как определяли? Смотрите. Идите сюда еще раз, чтобы вы поняли. Угу. Находится сосцевидный отросток. Вот нашли просто, да? Она называется точка за ушами. Вот. Нашли сосцевидный. Пальцем прокатились. Подныриваете под череп. Вот. Вот справа у меня сосцевидный, слева, сверху у меня череп. Точка отсчета пошла. Мы ставим сюда банку. Мы не на сосцевидный ставим. Понятно? Вот он сосцевидный закончился, вот череп вот. И выше. И ставим на эту зону, да. На 45 градусов выше, левее. Так, вот да? Сейчас раз, раз, да, 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 да. Сейчас. Плохая банка, что ли? Сейчас посмотрим. Или мед. Так. Так. То есть, значит, понятно. Сосцевидный. Точка отсчета пошла, да? Ну как находим? Сосцевидный. До самого низа. Потом уходим влево. Край сосцевидного ушел палец вниз. И мы начинаем искать выход основания черепа. Нашли. И вот это место основания черепа, вот этот, нас, кажется, интересует угол. Мы нашли его. Вот, сосцевидный закончился. Вот. Пошел вот этот угол. Это не атлант, Борисович? Нет, нет. Атлант. Какой атлант? Атлант, это уже... Нет, не знаю, нет, с какого хрена? Атлант это надо тут уже вот... Здесь. Причем там еще немножко черепа надо поставить и смотреть даже, да, какая сторона больше, какая меньше. Там. То есть нет, а это мы сейчас чисто на череп ставим, вот прям на череп вот именно. Так, что у нас опять банки что ли? Хреновые. Так, ну давай, ладно, сейчас пока поставим так. Закончился, да? Вот край. Вот. Череп, вот череп, да, вот край. Угу. Сосцевидный провалился палец у нас. Вот. Скорее всего, надо волосы приподнять и по краевой линии роста волос ставить баночку. На сами волосы на все-таки не очень готовы. Сейчас, сейчас. Вот. Да, вот я говорю, то есть то ли баночка сама. И по краевой линии, вот не на сами волосы, а на границе, как бы, да, да, где кожа больше. Да это все теоретически-то да, вот теоретически-то да, но... Так, приподняли волосы и вот сюда волосы. Теоретически-то да. Да. Значит, на сами волосы, она, конечно, не присосется никак. Теоретически, да. Хотя один край уже вот возьмется. Да. Тут еще просто это... Сама банка. Ну, чтобы чуть-чуть кожа была. Чисто да, волосы, чуть-чуть. Вот если вообще кожа не. Так, было. Ну все, можно фотки делать, господа. Все банки. Да, да, да. Все сфотографировали, уже начнем брать, да? Так, все, убираем? Да. Да, убираем. Так. Ну хорошо. Линии надрезов. Да? Вот, например, надо надрезать. И вот. Спокойненько берете, да, и вот таким образом, да, этими, как бы расчесываете. У вас образуются такие канавки. И вы спокойненько, не злодействуя, бритовкой входите. Раз, два, три. Раз, два, три. Между волосиками. Раз, два, три. Тэ-тэ-тэн, тэ-тэ-дэн, тэ-тэ-дэн. Но имейте в виду, здесь удар должен быть жестче. Кожа там толще. Кровь также хорошо пойдет. Понятно? И баночку также поставили. Все. Это да, хорошо при головных болях, мигренях, да? Ну вот, вот как бы считается, да, но я же говорю, там сколько, 200, уже 57, что ли, насчитали это, причин возникновения головных болей.
Раньше там было 20 или с кем-то, там не знаю, 25 причин, сейчас 200. Короче, главное будет понять, это настолько растяжимое. Милый, у меня голова болит. Да, типа, хорошо. Как бы нам сегодня порезвиться? Их хоть 250, но 2 из них 99% занимают мигрени, головная боль, напряжение. Противопоказания. Мне хорошо, у меня голова болит. Так, понятно? А противопоказания для хиджама? Это высокая температура, онкология. Ни разу. Так. Ну, соответственно, здесь нарезаем чуть под диагонали, да? Почему диагональ? Так же, вот все туда. Вертикальненько идете. Все так же, вот так, да? Вот все так, так же, да? Да, вот так же идет вертикальненько. Вот я же говорю, вот так же, например, расчесали. Mm-hmm. Или сюда расчесали. Ну, вот сейчас как раз хорошо сюда расчесали. Расчесали. И пошло, да? Свою полуночку, да? И вот, вот, например, вот линия, да? Вот в этот прогал, бритовкой. Раз, два, три. Только жестче, 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 жестче. Да, нет такого утипути, тут нет утипути. Тут жестче. И прямо вы почувствуете, что да, но вы делаете прямо на отсечке. Чувствуешь, пути нету? А? Да. Чувствуешь? Да. Так, сейчас...